съездить. А вы, Владимир, вы исполнили это указание и вот программу? Я сегодня расскажу. Я помню, мы говорили с тобой же. Да. Программа утвердила, да, и там все эти съезды. Съезды ездят? Конечно. Потому что там такие красивые места. Ведь люди туда едут, да? Миллионы людей едут именно туда. Мы помните, когда обсуждали? Ну, здесь вот есть, разрешите, я продолжу. Да, конечно. Вот мы в августе 16 года здесь начинали всемиром. Ну, первый десант, 7 человек. Сейчас нас уже здесь в двух управлениях 2500. А в самые пиковые моменты, когда работали на всех 7 этапах, до 5000 доходило. Это половина местных. Да. Крымчан. Вот, то есть набирали. Вы сам из Крыма, да? Нет, я сам из Западной Сибири. Сибади в свое время заканчивал. Ну а так много где поработал. Ну, когда сюда позвали, тут даже вариантов не было. Участвовать в такой строительстве. Это просто мечта всей жизни. Горизонт.